Юрий Анатольевич, с победой. Насколько непростой получился матч? Очень непростой. Сборная Венгрии, мы и готовились с ней, очень хорошая команда, организованная. И есть игроки, лидеры, которые играют в серьезных зарубежных клубах. В целом, непростой игры и ожидали. Удовлетворило то, что в итоге выиграли. И удовлетворило, как дебютировали наши молодые девочки, и Петрова, и Лазарева, их дебют. Есть моменты, которые были хороши насчет быстрой игры в атаке, когда мяч продвигался быстро. Ну и есть моменты, которые стоит разбирать, потому что забить два мяча хорошо, а пропускать два мяча совсем не обязательно. С чем, как вы думаете, связано то, что мы только забивали и сразу же пропускали практически через несколько минут? Ну, это и активность соперника, это и где-то, ну, хотя вот такого желания, что только обороняться, не было такой задачи. Наверное, так как и стечение игры, хода игры, и то, что, я полагаю, наверное, равные команды встречались. Готовились к серии пенальти на тренировках? 2 дня у нас были тренировки, и как бы обращали внимание, что первый матч очень важен. И вот даже по серии пенальти, если ты проигрываешь, ты сразу откатываешься во вторую четверку и только с 5-го по 8-й. И хоть места здесь условность, есть задачи поважнее подготовиться к Евро, но все равно готовиться к играм двум с тем настроением, что ты даже не имеешь возможности выиграть этот турнир, ну это не лучшая участь. Сегодня, по сравнению с последними матчами, у нас было 4-5 замен из-за травм. Насколько сказалась вот эта вот ситуация? Она не могла не сказаться. И где-то, может, хотелось бы качество игры, чтобы было выше. Но в целом я девочкам благодарен за те труды и за то, что они слышат. Слышат тренировочную работу и требования к ней. Слышат требования к игре. И в целом управляемые в процессе игры. И за те труды, которые они сегодня проявили. Спасибо.